драматический поэтический баттл. Пожалуйста, первый участник, представься. И тугантель, и матуртель, эткем, эткем, нентуле, мин габдула тукай татар поэт, йоу! Участник слева, назови свое имя. Уважать меня извольте. Маяковский. Итак, по итогам предварительной договоренности первый начинает... Участник слева. Начинай. Дайте ему шума! Как ты посмел оскорбить меня своим плебейским видом? Зачем позвал сюда? Скажи. Ведь мы могли с тобой поговорить о книгах и о театре для души. Ведь этот черно-белый мир будто из киноленты. Еще недавно будто не на что было купить сигареты романтика. Еще вчера был, казалось, никем ты, а сегодня ты здесь. Для того, чтобы вырвать из контекста и растоптать почерк татарской легенды. Габдулла, ты правда поверил в то, что я пришел сюда стихи читать? Нет, здесь конфликт идей, творчество, битва, бой, накал. Сколько не пытайтесь вам таким не стать, ведь Тукай, вы любите розы, а я на них. Испражнялся потоками гнева, чтобы прочно засело. Мне не нужно ничего доказывать, ведь тебя лучше, что бы ни сделал, все точно и в тему. Ты поедешь домой с волчьим билетом. Придумали баттл. Какой-то татарский обыватель и лучший поэт 20 века. Я тебя развалю, Тукай, в любом поединке. Ты вызвал меня на это зрелище для дикарей. Эй, а слабо по старинке? Я знал, что слабо, но знаешь ли что? Но знаешь ли что? Я советский гражданин и прогрессивный батловик. Это вы в своей Российской империи жутко отстали. Пока ты сидел в Уральске, сидел в Казани, мы с Шостаковичем и Федей Шаляпиным уже вовсю под биток читали. Да, это батл по фактам. Мы с Федором Ивановичем были друзьями. Он даже читал мои стихи под аккомпанемент, все было будто в сказке. Но тебе тоже есть чем гордиться, твои стихи зачитал сам Каспий. Не знаю, кто это, правда, но читал, точно знаю. В вашей эпохе не нужен эрудит, как вашему демократическому вождю скипетр. Переиграю тебя в любой дисциплине, мой багаж знаний unlimited. В Казани названа площадь в честь твоего имени, но после батла с маяком в мою точно назовут периметр. Бэнго! Идите к черту, я пощечина общественному вкусу. Владимир Маяковский, футурист. Ты во всем, что касается поэзии и литературы, так, футурист. А если сегодня мне, грубому гуну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захочу, и радостно плюну. Плюну в лицо вам, и я бесценных слов, транжиры, мод, эти строки поэта, который узнает каждый без слов и подсказки. И я бы с удовольствием процитировал строки твои, но я не знаю татарский. Вообще здесь, наверное, уже никто не знает татарский, Габдулла. А я достаю строки штанин, дубликатов бесценного груза. Смотрите, завидуйте, я батл-рэпер менделеевской тусы. Закончится батл, и я вновь отправлюсь на встречу новым смыслом завтрашним утром осенним, и я бы взял тебя с собой, но, боюсь, места нет. Сумки рукописи, а в бодибэге Есенин. Раунд! Как вам первый раунд Маяковского? Понравился? Сейчас первым раундом отвечает ему Тукай. Дайте ему шума! Дуслар и СМСС! И СМСС Дуслар! Ай-яй, бүгін бик яхшекіні, Менделеевска бүгін біз. Ясыбыз поэтический ивент. Сәлем, менім дусым, сәлем. Нешек халерсен, сәлем, сәлем. Сәлем, и СМСС. И СМСС. Ай-я, сізін бик матуркулы. Ой, кішле даже. И СМСС. Ой, бу бик начар, что Маяковский сіз енді. Ну, сіз бик яхшек іші в любом случае енді. Вот. И Сәлем, дуслар, сәлем, нешек сізін, хәлләр енді, якшы, сәлем, оу, бұ бик якшы публика енді, мен абик ашады, сіз якшы, менің білән,
Мин бэрэн здороваться и так, мин. Тюбитейка бэрэс, забыть и тем, но хазр мин ана кидэм. Хам. Исэнэсэс, салям. Hello. How are you? Да, Маяковский, это не ты, это я с тобой не здороваюсь. Мой отец мулла, твой отец мул, ну, то есть осел, ибо как объяснить его смертельный прокол? Но случай его отнюдь не особенный, в наши дни от иглы умирали тут многие, так что не жди от меня ты пощады и слов тут лукавых, сегодня я буду острить и укалывать. Так. Бюген реальность не та. Поэтов сменили рэперы, ну ладно, хоть не Шок и Димаста. А помню, как в те времена был популярен вопрос, кто убил Маркса. Да, БГН у людей популярны супергерои, такие как Бэтмен, Спайдерман, Суперман, Финоман, Сулейман. Маяковский тоже герой, графоман. Он так любил Африку, помогая им жить. Слишком много писал своих строк, чтобы им было что пить. Хотел поднять денег и стал писать лестницей, дурень. Все говорят, изобрел новый прием, но ведь ее ты не первым придумал. Тебе платили посрочно? Мне платили досрочно. Мои стихи от твоих отличает собственный почерк. От твоих лестниц все здесь в культурном шоке. Мои лестницы как лестница, по которым после работы поднимается Джокер. Говоришь ты поэт? Пушкин был поэт, не знаю, Саша Исте был поэт. А сегодня ты красноречив лишь потому, что на тебя Сталина нет. Вы любите розы, а он о них не писал ведь те годы. Тебя знают лишь потому, что за твои стихи выдают анекдоты. Возможно, выпускай ты их также с матом. Наверное, сегодня б разлетался на песни. Хотя стоп, погоди, у тебя они есть, только вот никому неизвестные. Да, этим фактом тебя я сразил на повал. Тот случай, где подделка лучше, чем оригинал. Игроман и транжира часто бесится с жиру. Проиграл гонорар на невышедшую книгу. Он и в карты играл, и в бильярд, как богатый. Шары любил не только катать, но еще и накатывать, и к дамам подкатывать. Но отношения твои всегда шли негладко. Тебе не везло ни в любви, ни в картах. Лиля Брик для тебя была всем, но метил ты в дамки нелепо. Словно пешка зажатая в правом углу, ты ходил только налево. Да, я лишь помню одну, свою Зайтуну. Она была моей музой, ох, как ее я люблю. Дай либо мне еще один шанс, один маленький шанс. Все бы отдал за него я сейчас. И сделал бы самой счастливой ее на земле. И стихи посвящал ей не ад Шурале, а из-за таких, как ты, ох, из-за таких одни лишь трещины. И приходится писать опозоренной татарской женщине. Как же злишь ты меня! Даже текст на тебя писал несколько суток. Ты не любишь женщин. Надо было вместо себя пустить батлить Кацубу. А я не люблю фотографий. Любоваться с собой не мое. Маяковский так часто был в кадре, что ему посвящен сам себе режиссер. Да. Он даже сценарий сам ведь писал, где они вместе с Брик в ролях главными были. Но после смерти исчезли не только ты, но и все твои фильмы. И я с тобою закончил, показав тут как надо. Возьми перчатку и брось себя снова, как ты это сделал когда-то. Раун халык. Как вам раунд Тукая? Понравился? Пошумите за него! Сейчас вторым раундом ему отвечает Маяковский. Дайте максимум шума. Ай, вроде со всеми поздоровался, все сказал, но слепой как крот. Говорит, что текст писал на меня несколько суток. Ну что могу сказать? Врет. Почему? Потому что о нашем с тобой поединке я узнал 2 месяца назад. И да... Я тут стою, читаю с листка, это правда, но вы так не смотрите презрительно. Я просто это написал только что, ведь писать текст месяцами для МС унизительно. Так что послушаем лучше мое стихотворение.
Дым табачный воздух выел. Комната, глава в Чухоновском аде. Запомните, как в этом кругу впервые тупого тукая сегодня спровадил. Да будь я хоть в гетто, хоть прямо из Комптона, и то без озрения и лени, я рэп бы зачитывал только за то, что им разговаривал Ленин. Давай, предъяви мне, что я коммуняка, прихлебатель режима, чтобы очумели все зрители. Но моя идеология была главной в стране 70 лет, а твою демократ мы здесь даже не видели. И вообще, ты такой ноунейм, Габдулла Тукай, что большая звезда на НД, чем ты, это Ильфа Тухай. Ты мне не соперник, ведь насколько талантлив, настолько же жалкий и мерзкий. Я пишу стихи в форме грации и лестницы, ты с нее свалишься, как Стасик Борецкий. Меня знают все здесь, да, я Маяковский, а ты на моем фоне разве что Фонариковский или Светлячковский. В общем, ниже на уровень, ты никто и звать тебя никак. Всем известно, Тукай татарский сирота, ни мам, ни пап, ни ках. Все, с кем ты был рядом, умирали. Ты проклят, это явно точно. Тебя перекидывали из семьи в семью, как горячую картошку. Yeah. Габдулла, а ты бы сыграл ноктюрн на флейте «Наш век»? Твоя жена сделала педикюр? Так ты придумал, Шурале. Но да ладно, шутка. На самом деле ничего такого не было. Все знают, что ты придумал Шурале, когда посмотрелся в зеркало. И ямщик кричал: «Кто заберет Тукая?» Кстати, именно так тебя сюда и позвали. А я предан коммунизму, как симбиоту Веному. Не расист, но играю в бильярд, чтобы знать, когда бить по-белому. И, но Бугаев ничто, а ты тем более, который не ступит на дорогу, которая им не проверена. Пока ты заказывал пончик в кофейне, я заказал Есенина. И... вот такая Тукай, месть тюрков. Есенин поднимал на меня свои лапы, и теперь он без руков. У меня палитра красок. Куда ты лезешь со своим маленьким тюбиком? Но я знаю для тебя самую страшную фразу, Тукай. Знаешь? Если я ну тебе в рот, я заражу тебя тубиком. Ты тут звезда, Габдулла, и всеми признан так искренне. А обо мне еще узнает Татарстан, ведь я обязательно выстрелю. Мы оба пришли с того света, но от тебя остались лишь изголоски. Ты умер и ушел в небытие, а я вечно жив, как Высоцкий. И Маяковский смысл река, мои стихи на века. Ты ешь и чпачмаки, чак-чаки жуй. День твой последний приходит, буржуй. Раунд. И сейчас ответным вторым раундом ему отвечает Тукай. Дайте ему шума. Слышал, ты любишь путешествовать, что Париж — любимый твой город. Турфирма Казани тебе дарит билет на все четыре стороны. Мне когда-то тоже дали такой. Год рождения мой, 86-й. Кушлауш, аул мой родной. 5 месяцев от именным киты на упокой. Спустя пару лет и анименным тоже ушла в мир иной. И 4 года я уже в семье был другой, где каждый тогда издевался почти надо мной. Даже бабушка запирала на морозе зимой. И там я стоял целыми днями, худой, голодный, босой, но не со сломленной судьбой. Тогда бабай отправил меня в город крутой, где ямщик вещал перед толпой: усыновить его мог бы любой. И пару людей тогда меня взяли с собой. С ними прожил я 1 год, 2. Затем они заболели, и я снова уехал домой. Да, я вечный изгой. И той же весной наконец-то нашел тот свой край. С теплотой вспоминаю я, как веяло там одной добротой. И стих про него я написал свой. Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том ауле петь умеют. Дивный край. Он слывет большим аулом? Нет, напротив, невелик. А река — народа гордость, просто маленький родник. Эта теплота лесная вечно в памяти жива. Хорошо было тогда. Дом, работа и еда. Вдруг вокруг все завертелось в ниоткуда, никуда. Сын человеческий, страшась, гляди. Здесь ад, здесь смерть, сюда не подходи. Без жертвы, без борьбы не оживить народа. Хоть
тысячи молитв прочти. Невежество нас окружила тьма. Здесь правит низость, сводит нас с ума. Сорокоглавый скорпион она. Повсюду исторгает стон она. Дороги сбились, заблудились мы. Нет края и конца у этой тьмы. И снова мы рамками сужены. Я должен был батлиться с лучшими. Несу революцию жанра по дороге из Тушина. У этой телеги вращаются оси. Футуристы скинули с корабля современности Пушкина. Говорю, как есть, мин туретукай. Я совесть народа, мой аул карлай. Батлы и поэзия, как я понял, неуместны. Эти стихи, видно, будут снова под арестом. Вот он, час мой пробил. Я, как исполнитель роли, вновь восстал из мертвых. Скоро я на сборник. Лето 23, я все проехал автостопом. Пора снова в омут. Мой накоплен опыт. В дело с головою. Самый лучший отдых. Пофиг, кто напротив. Живой ты или мертвый. Чей-то час тут пробил, а о ком-то уже помнят. Раунд, халык.